Алло, здравствуйте, Алексей Александрович, это Богданова Анна, Экспобанк. Мы с вами сегодня договаривались в 3 часа встретиться. Все в силе? Город погрузился в новогодние пробки. В разгаре последний рабочий день в уходящем 2016 году я подозреваю, что многие из вас уже завершили дела и поздравляют коллег с праздником. Завершишь тут. Доеду я. Алло. Анна, мне отчет отправлять? Нет, подожди. Мне сегодня нужно закрыть одну сделку. Олеся Валерьевна требует сегодня. Помню. Я все успею. Собрание филиала в 6. Пап, как думаешь, какой породы будет собака? Ну, какого Дедушка Мороз найдет, такой и будет. Я загадал, чтобы она была добрая и веселая. Уверен, что такое и будет. Дедушка Мороз все исполнит. Все, сынок, до вечера. Пришли из банка? Нет, на 3 же назначено. Готов отчет по рознице. Давайте посмотрим. Let it snow. 14:40 городе Новосибирске. С вами радиостанция Юнитон, а город по-прежнему стоит. Десятибальные пробки вполне предсказуемы, ведь до Нового года остались считанные часы. Мой вам совет, друзья, пересаживайтесь на метро. Отлично завершили год. Пора объявлять конец рабочего дня. Как же, постойте, а еще же должна приехать из банка. Да, надо узнать, где она. Алло, да, Алексей Александрович, я уже паркуюсь. Да, 5 минут, и я у вас. Ой! Анна, вы слышите меня? Жду вас 10 минут и ухожу из офиса. Давай, иди сюда, хорошая. Ваша собачка? Да это бродячая. Каждый день здесь бегает. Кусается, блин. Чья же это собачка? Неужели в вашем магазине не осталось ни одного щенка? Я не могу вернуться домой без собаки. Нет, щенков у нас нет. У нас есть хомячки, крысы, змеи. Но на крайний случай у нас есть игуана. Какая игуана? Какая? Молодая, активная, недавно привезенная. Брать будем? Где же мне теперь щенка искать? О, Алексей Александрович, здравствуй. Анна? Пробки, дороги. Анна, вы меня спасли. Алексей, а спасите и вы меня. Анна, давайте ваш договор. У меня и печать с собой. О, подождите. Подождите. О боже, что же делать? У меня есть ноутбук, на нем есть ваш договор.
Отлично, а я помню все правки. Да здравствует наш директум с его повторными согласованиями. А где же мы все это распечатаем? У меня есть принтер. Хо! Анна Анатольевна, уже почти 6 часов. Копируй. Но мы не успеем завести все это в программу. Не думай, копируй. Наши уже все собираются. Это был непростой для нас год. Всем спасибо за проделанную работу. Мне пора. Мне пора. Ну все, мне пора. Выручайте! Что случилось, Анна? Мне нужно завести договор в программу. Ну нет, день уже закрыт. Ничего сделать невозможно. Но я же знаю, что вы у нас волшебница. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Анна, ну давайте мы подумаем, что можно сделать. Да, перезвоню. Хорошо. Требуется провести операцию прошлым годом. Нет, это невозможно. Скорее время повернется вспять. Отличная идея. Ну тогда нам требуется волшебство. Да. Давайте попробуем.